нас призрак Е-25, которого убрали с продажи из всех возможных магазинов, ивентов. Все, его нет. Кто взял, тот взял. Вот такая у него расцветочка. Японская сакура. Скорость у него 60-очка. Пробитие базовым снарядом 150 мм. Голдовым 194. Скорость полета 1156 мм на голдовом. На ББшном 925. Средний урон 135 единиц. Стоим, смотрим, ждем. Засвечивается Е-25. Вражеская. Но она нас не видит. Мы стоим в кустах. Ребятушки, 3485, одна у нас на колени. Ах. Убрали. Сто 35 хитпоинтов набил наш призрак. Оленик поджимает вражеские танки. А наши что-то не хотят ничего делать. 29-ка не поехал на позицию ТТ. Так, надо уходить отсюда. Иначе успехов нам не видать. Чафик. Чафик ходит. Опять за свете. Надо уходить. Надо уходить, призрак. Помогать Бизу. На поле танки грохотали. И вот попался ты. И первый фраг. 207 хитпоинтов. Еще 3-1. Все вроде хорошо. Организовываю прикрытие. Поможет ли нам Биз? Я тебе помог, братан. Мое уважение. Спасибо, спасибо и тебе, спасибо. Так, вроде бы Чафик идет. Ну, красивый танчик, красивый. Итак, выходим на 3-4-100. Даем плюху. Еще одну. Еще одну. И второй фраг. Второй фраг у этого призрака. 577 хитпоинтов. Так, есть у нас еще один фуловый P-43 Бис. Чафик обходит его сзади. Думаю, что обойдет, да? О, пошел, пошел, красавчик. Во, и ты, брат, подъехал. О, нет, мне выходить нельзя на тебя. А сейчас можно. Даем плюшку. Даем еще одну плюшечку. И забираем третьего фрага. И вас 747 хитпоинтов. На шорн сводится. Забирать нашего Биза. И вот у нас появляется Т-29. Ой. Получаем от него плюшку на 350 хитпоинтов. Даем плюху. Пробиваем. Пробиваем. Еще одну плюшечку. Еще одну. Критический урон. Поджог. Ух. И его забирает. По засвету 350. И отсветиться надо нам.
И что наш герой думает сейчас сделать? Попадает за свет и на шорт, и промахивается на шорчик. Мы тоже, но уходим. Будем рассчитывать, арта его доберет. А помощи не ждать ни от кого. Черри-Уотер не подходит. Стоит в домиках. Ну, будем рассчитывать на свои силы. На Шорн уходит и погибает. Погибает он. Так ничего и не сделал. Хотя чего? Одного фрага взял. И тут появляется на СКВ-2 вражеский. Еще где-то один. На базе. Вот и второй. Надо набрать КВ-2. И третий фраг. Уже четвертый, кстати. Четвертый фраг. Охренеть. Что делает этот призрак? Блин, залетаем за светик. Арта делает плюху и промахивается. Выезжаем на прострел. Ох. Даем плюшку. Еще одну. Еще одну. Уходим, уходим. 29-ка пошла. Внизу. Светик на арту есть. Арта делает плюху и промахивается, только оглушение. И наш герой пытается зайти на КВ-2. И КВ-2 откидывается, и наш герой начинает убивать КВ-2. Еще одну плюху. И он убивает его. Наш герой сделал 5 фрагов и 2600 хитпоинтов. Подписывайся на канал.